Сейчас мы начинаем диафрагмальное дыхание, потому что есть лимфостаз верхней кисты в непосредственно суставе, каком плечевом. Поехали живот убирать. Умница, шикарно. Плечи совершенно расслаблены до кубиков и нашли боль. Умница, отлично. Так сжало все, чтобы концентрация была и на яичниках, концентрация на эпигастральной зоне. Здесь находится лимфатическая цистерна, которая правит бал плечевыми суставами. Сжать настолько, чтобы это было прям болезненно. Какая точка не работает как следует? Пальчиком покажи, пожалуйста, где затор у нас сейчас. Вот он, вот оно, 12-перстная кишка, тонкий кишечник. Вот оно, где воспаление идет. И пока мы не уберем это воспаление в кишечнике, у нас ничего с верхним лимфостазом не произойдет. Потому что продукты воспаления отсюда будут собираться. И подержать вот это ощущение на произвольном дыхании, подержать сколько ты можешь. Держишь. Прям так вот эту боль схватила ее и держишь сколько можешь. Для того, чтобы нам ее устранить. Прилив свежей крови устранит застойную закисленную зону. Плечи расслаблены, плечи совершенно расслаблены. Пупок сжат до неимоверности. Сколько ты можешь? Молодец, отлично. Отличный живот скоро будет. Все дядьки на тебя будут кидаться. Потому что куда деваться, такой красивый живот. Но главное, чтобы он был не болезненный. Ну и где опять боль, показывай пальчиком. Где ты сейчас достала боль? Вот.